28 мая краевой культурно-образовательный проект «Творческий десант» высадился в закрытом административно-территориальном образовании город Зеленогорск. Участники десанта посетили с ознакомительной экскурсией единственный в своем роде военно-исторический музей. Уникальность музея в том, что все представленные экспонаты и образцы вооружения являются подлинными. Обзорную экскурсию для участников проекта проводил директор музея Александр Лазовский. Чапаева, помните такого? Да. Вот, а как представить его себе? С усами на коне, да, с шашкой. Дело в том, что Чапаев на коне не ездит. Как в кино. Он не сидел в седле. Он был ранен Первую мировую бедро, и поэтому сидеть он на коне не мог. То, что касается авиации, авиационной пушки, вот кресло катапульта, которое спасает жизнь пилотам. Видите, вот здесь на картинке показано, что пиропатроны заложены вниз, оно выстреливается, и вот он парашют, на котором сидит пилот. В этой системе он так вот год назад, например, слышали в Канске, да, пришлось покидать машину. МиГ-31 пилотом помпаж двигателей, отказ, и они покинули машину, то есть вот это кресло, даже если ломаются пилоты, но кресло спасает им жизнь. Пушки. Так, а вот ответьте мне на вопрос, когда самолет, к сожалению, в последнее время довольно-таки часто происходит катастрофа с самолетом, он разбивается, что он ищет? Совершенно верно. Он никогда не был черным. Вот он международный цвет. Либо оранжевый, либо красный. Вот. После посещения музея образцовый хореографический ансамбль «Рябинка» и народный коллектив Красноярского края ансамбль эстрадной песни «Радуга», вокальная группа «Мечта» представили свои лучшие творческие номера на городском празднике, посвященном Дню защиты детей. Также для самых маленьких зеленогорцев преподаватели-мастера отдела ремесел Центра культурных инициатив провели мастер-классы по бересте. В целом, жители города Зеленогорска остались довольны программой творческого десанта. Хорошо, вообще, конечно, очень хорошо. Мы очень рады, что вы к нам приехали. Спасибо вам огромное. Я думаю, что на День города у нас будет запланирована площадка. Мы вас обязательно пригласим. Очень интересно, очень замечательно, очень хорошо. Спасибо вам за то, что есть такие коллективы, за то, что существуют такие люди. Вот. Поэтому творческих вам успехов, долголетия, радуйте еще нас и приезжайте еще раз. Поэтому спасибо вот за то, что вообще есть такой проект. И, конечно же, он нужен, этот творческий десант. Спасибо. И концерт мне ваш понравился, особенно, что народная музыка, потому что у нас совсем другое. У нас один коллектив такие, нет, два народные танцы танцуют. Но у вас, по-моему, тут польские танцы, полечки, там что-то такое, вообще очень интересно. Я с таким удовольствием посмотреть близко не могла, но слушала просто с восторгом.